Всем привет! Вы смотрите канал About Android. В этом выпуске я и моя напарница Аня. Всем привет! Расскажем о новой части CardRope Magic. Немножко о нововведениях. Что изменилось? Во-первых, добавилась энергия, которую видно вверху. Здесь чем больше конфет съедает амням, тем меньше становится энергии, ему нужно отдыхать, видимо, чтобы переварить конфетки. Появились всякие магические потоки, появился паук-волшебник, который в самом начале у нас воровал все конфеты, и еще одна новая фишка – амняма, нашего зеленого монстрика, можно превращать. То есть первое превращение – это у нас птичка, а дальше можно его будет превращать еще и в рыбку, насколько я знаю, и еще какой-то там зверек. Ну, просто продемонстрируем графику. Загрузочный экранчик. Играла раньше в CardRope? Только в первую часть. Вот. Вот это у нас, собственно, магические потоки. Магические потоки. Видимо, нужно нам превратить амняма. Опа, рано. Попробуем еще раз. Надо его втолкнуть. Оп, засосало. Как-то так. А дальше что? А дальше, наверное, пустить вот эту лабуду. И что-то она нифига его не толкнула. А, да, так как игра бесплатная, немножко реклама будет мучить, но можно купить платную версию за 99 центов. Чтобы не затягивать обзор, воспользуемся подсказочкой. Вот такая веселая подсказочка. Так, режем. Толкаем. Теперь превращаем. Отрезаем. Вот оно как. Здорово. И теперь ловим. Видите, разнообразие получилось довольно интересное. Над картами нужно думать подольше. Но в целом это все тот же CardRope, где нужно накормить нашего зеленого монстрика. Так, не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Это мотивирует на создание новых видео. И до новых встреч. Всем пока. Пока.